привет! Отложите на пару минут все свои дела, я хочу дать вам парочку хитрых советов. Сегодня будем вместе побеждать непреодолимые жизненные обстоятельства и надоевшие бытовые неприятности. О, опять запутались. А вы пробовали аккуратно сматывать, а положить в отдельный кармашек сумки? Не помогает, угадала? Тогда смотрите внимательно. Клубок запутавшихся наушников против среднестатистической прищепки. Совет из разряда проще пареной репы. Закрепляем штекер на прищепке и обматываем ее проводом. Теперь зловещие проводочки перестанут нападать на вас и портить настроение. Удобно носить в кармане и просто размотать. Наконец-таки накопили денег на iPad, но не хватило на чехол. Хочется похвастаться перед всеми супергаджетом, но оставляете его дома, чтобы не поцарапать? Какая досада! Хрупкий и нежный планшет против обычной кофты с капюшоном. Разве бабушка не учила вас качественно заворачивать вещи в то, что попалось под руку? Аккуратно положите планшет в середину кофты, заверните нижний край, потом наденьте на чудо техники капюшон. Рукава кофты станут ручками и готово, перед вами суперчехол. Не спасет от ударов, но царапин точно избежите. Последний совет, которым я хочу поделиться, подходит только для совсем отчаянных людей. А мы все превращаемся в таких, когда спешим на важную встречу, одежда мятая, а утюг сказал: «А ты кто такой? Давай до свидания». Самая мятая вещь на свете против сковороды среднего диаметра. Ставим на плиту сковороду, нагреваем ее до такой температуры, что можно пальчик обжечь, и представляем, что это очень необычный утюг. Разгладить мелкие складки проблематично, но крупные неровности на вашей репутации исчезнут. Ну вот и все. Сегодняшняя война с бытовыми ловушками окончена. Помните, решение проблемы может быть проще, чем вы думаете.